Друзі, продовжується ефір на 24-му. Ми продовжуємо говорити і спостерігати за тією ситуацією, яка зараз відбувається стосовно Пригожина, його, так би мовити, перевороту того, що він намагається зробити. І вже станом на цю мить є певна інформація. Скоріш за все, це чергове ІПСО, але я вам, в принципі, це можу вже зачитати, щоб ви розуміли, про що саме йде мова. Ну і ми ще поговоримо про те, чому саме такий формат залякування вибрали, чи взагалі які цілі переслідують. Тут навіть вже й шукати тих цілей неможливо, тому що кожного разу, коли читаєш чи якось спростовуєш їх ІПСО, розумієш, що там ніякого сенсу то й не було. Але давайте все ж таки зачитаємо цю інформацію. Начебто Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і начебто про це повідомила його прес-служба. Сьогодні вранці президент Росії Путін поінформував свого білоруського колегу про ситуацію на півдні Росії з приватною військовою компанією «Вагнер». Глави держав домовилися про спільні дії, начебто. У розвиток домовленостей президент Білорусі додатково уточнивши за наявними власними каналами ситуацію, за погодженням з президентом Росії, провів переговори із керівником ПВК «Вагнер» Пригожиним. Говорили про те, щоб зробити якусь певну деескалацію ситуацію, прийняти якісь, зробити кроки до того, аби не роздмухувати цей вогонь. Ну і начебто, от як зазначається, що Пригожин прийняв пропозицію Лукашенка про зупинку руху Вагнера на території Росії та подальші кроки з деескалації напруги. Начебто про це говорить нам прес-служба Лукашенка. Але вже за декілька буквально хвилин ця інформація була певним чином спростована самим же, якщо не помиляюсь, Вагнером, точніше Пригожиним. Він сказав, що це фейк був, тобто інформація не підтвердилася. Які цілі цьому були? Питання відкрите. Певним чином, я вже думав, знаєте, що вся ця історія закінчилася, так голосно починалася і так дуже тихо замерла, але ні. Вона має своє певне продовження. Ну, Пригожин ще от уточню, пише, що перемовини пройшли без успіхів. Ніяких пропозицій від президента Білорусі Лукашенка я не приймав, переговори були, проте безуспішні. Все, що відбувається у засобах масової інформації, це брехня, сказав Пригожин. Ну, це він стосовно цієї інформації начебто домовилися. Вочевидь, Путіну і компанії дуже треба якось заспокоїти людей. Вони там крутять по своєму телевізору якісь дуже дивні речі, начебто, якось, знаєте, так, змістити акцент уваги. Ну, і продовжують казати от такі ІПСО. Певним чином, можливо, на якусь аудиторію вона і спрацює. Ну, ми про це також поговоримо і будемо за допомогою експерта, якого долучимо трошки згодом, аналізувати всю цю ситуацію. Я от хотів би з вами проговорити все ж таки ту пропаганду, яка тривала на Росії і триває і зараз, але про трансформацію цієї пропаганди. Пам'ятаєте, як починалося це повномасштабне вторгнення, і до нього дуже багато говорили про те, що бров по димим, Київ за 3 дні і так далі. В ітогі тут вже питання Москва за 3 дні може бути. Ну і давайте подивимося на оцю солодку трансформацію Соловйова. Бров піднімем. И Украина поймет все. Ну, и не надо никаких людей. Возьмем Киев. Ни о каком быстром решении и речи не идет, потому что противостоит армия вторая в Европе после нашей, которую 8 лет готовили. Тяжелое время. Не ожидал, что доживу до такого. Страна воюет. Остановитесь, пока не поздно. Страну бы не потерять. Нет ничего страшнее гражданской войны. Як солодко на це дивитися, коли ви от так себе поводили, так
гвалтували просто нашу країну, а зараз ви в тому сенсі вже і опинилися в тій самій ситуації. У нас зараз ми прожили, знаєте, цей момент найстрашніший того, що з нами відбувалося, воно вже позаду, а от у росіян воно ще попереду. Вони тільки починають відчувати ось ці перші наслідки, і це буде продовжуватися, дорогі росіяни, дорогі в лапках, звісно, возмездія, бумеранг, все це буде, і знаєте, досить швидко відбувається. І ще дуже знаково, що 24 число сьогодні також в тому сенсі цей бумеранг і працює. Ну і прокинувся там Медведєв, тримав він якусь там паузу, мовчав-мовчав і заговорив теж. Сказав, що зараз найголовніше для перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом, який прагне розірвати нашу батьківщину, для порятунку нашої держави згуртуватися навколо президента, Верховного Головнокомандувача Збройних сил країни. Розколи, зрада, шлях до найбільшої трагедії, вселенської катастрофи. Ми її не допустимо. Ворог буде розбитий, перемога буде за нами. Ну, лозунги Другої світової війни, вони ще продовжують використовувати навіть по відношенню до внутрішніх проблем, які у них відбуваються. Тобто, вчора ПВК «Вагнер» – це були герої, сьогодні це вже ворог і терористи. До речі, там же ж пропонують такий чи законопроєкт, чи що, але я думаю, вони його втілять у життя і хочуть доєднати от ПВК «Вагнер» цю структуру до терористичної організації. А в мене таке цікаве питання, чи доєднають вони сина Піскова до терористів? Бо, як ми пам'ятаємо, Пісков вже воював на чолі з Пригожиним, в ПВК «Вагнер», хизувалися цим. От цікаво, чи віддасть Пригожин наказ сину Піскова підняти дуло автомата на оцю гоп-компанію, де він народився і зростав. Ну, а тим часом, пам'ятаєте, ми також говорили про нейромережу Жириновського. Ну, як і сам Жириновський вийшов, але нейромережа вийшла з-під контролю. І от зараз вам покажемо реальний скріншот з офіційного аккаунта ЛДПР у Твіттері. Ну, тут Жириновський, штучний інтелект Жириновського сказав, що Путін – баба. Почали під цим постом потім заперечувати, що це все фейк, але все ж таки штучний інтелект не відкоригував свої траєкторії і все ж таки сказав, що ні, Путін – все ж таки баба. Ну, ще до Пригожина. Знаєте, коли він все це почав, він дуже оці солодкі слова говорив, що його підтримують там вся Росія, що він начебто вже так, ну, підносить себе максимально до такого рівня, що начебто всі хочуть, щоб він там в Росії прийшов. Ну, давайте послухаємо цей коментар, а потім спробуємо співставити з тим, чи дійсно його росіяни хочуть бачити. Чому нас підтримує країна? Потому что мы шли с маршем справедливости. По нам нанесли удары. Сначала артиллерийские, после этого вертолетами. И мы пошли без единого выстрела. Мы не трогали ни одного срочника. Мы не убили по дороге ни одного человека. По нам работала авиация, вертолеты, самолеты. Мы дошли в Ростов. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК «Вагнер». В магазины, когда ребята заходят через дорогу, то люди просят не платить за себя, потому что им хочется сделать что-то приятное. Звучат слова комплиментарные. И еще один момент. В СМИ распространяют информацию про некие минные шлагбаумы. Когда мы пришли сюда, то мы сняли у соседних ворот со зданием штаба минный шлагбаум утром, который неумело разложили, который является просто такой малопрофессиональной затеей и малополезной. И поэтому этот минный шлагбаум как раз мы убрали. І народу, як вони його сприймали, давайте також заслухаємо, тому що є чисельні відео з Ростова, явно, які не підтверджують слова Пригожина, де його там всі зустрічають з квітами, як вони це люблять.
тебя город не разъебет. Ты слышал, что Путин сказал? Ты слышал, что он сказал? Еще один. Маємо також свіжу нову інформацію, яка розворачується довкола цієї ситуації домовленості Пригожина і Лукашенка, і того, чи дійсно щось там було, і чи дійсно зупинилися Пригожин і його компанія. Зараз цю актуальну інформацію вам зачитаю. Вона полягає в тому, що Пригожин опублікував новий аудіозапис, де каже, що вони розворачують свої колони і уходять обратно. Куди обратно, поки не зрозуміло, тому що ну, таке накоїти і просто розвернутися і піти, просто так, це досить цікаво. Ну, про переговори з Лукашенко Пригожин нічого не сказав, те, що вони відступають, мотивував тим, що у разі продовження заколоту може пролитися російська кров. Звісно, все одно Пригожину на те, яка кров буде литися, російська, українська, це всього лиш навсього балачки, тому що вони хвилину тому казали, що вони будуть збивати всі літаки, що не спротив не давайте нам, бо ми будемо просто йти і брати своє. А зараз виходить так, що вони дуже хочуть зберегти російське життя. Яка тут мотивація? Питання відкрите. Ну і давайте спробуємо проговорити це питання з редактором видання The Insider. Тимур Олевський долучається до ефіру. Тимур, здравствуйте. Да, добрий день. Добрий день. Да, давайте вот поговорим насчет вот этой ситуации в контексте Лукашенко, Пригожин, Путин. То разворачивают войска, то договаривались, то не договаривались. Совершенно ничего не понятно. Я думаю, что большинство людей уже максимально запуталось. И каждый, кто хотел, тот и кусочек информации себе вырвал. Вот хотелось бы услышать от вас какое-то пояснение этой ситуации. Может, вы прольете свет. Послушайте, а что произошло на переговорах Лукашенко, который, видимо, от имени Путина, потому что сам Путин, очевидно, не мог разговаривал с Пригожиным, мы, конечно, с вами не узнаем так быстро, но мы можем с вами представить этот разговор на тему того, что был некий торг, и под обещание, не знаю уж чего, денег власти или каких-то дополнительных изменений в устройстве России, не знаю. Возможно, какое-то дополнительное место, я не знаю, в Министерстве обороны. Возможно, в ответ на обещание и объяснение, что на самом деле может делать российская армия с наступающим на Москву Пригожиным, если он не остановится. И почему-то ему это показалось убедительным. Но я думаю, что речь касается все-таки денег и власти, но они Пригожина повернули назад. В этом смысле Путин победил, я думаю, можно сказать точно. Пригожин, по крайней мере, и переворот завершился, все. Переворота больше нет. Смог ли Путин победить в этой истории в длинную? Ну, показал свою слабость всем. Все поняли, чего он боится. Это да. Но то, что удержался, это, конечно, все тоже заметили. Потому что, по большому счету, не так важно, как ты выглядишь в момент, когда тебе страшно, если ты все равно в результате остаешься Кремле на кресле. Вот какие-то такие мысли сейчас первые, которые приходят в голову, потому что я о том, что Пригожин поворачивает войска назад, услышал из его заявления в Телеграме вот буквально секунду назад. То есть сутки его Лукашенко валандал какими-то образами, уговорами, то ли... Я не очень верю в то, что какие-то, знаете, апелляции к пролитой русской крови, на которую сейчас, которую сейчас приводит Пригожин, вообще могла сыграть ключевую роль в принятии этих решений, не верю в это. А вот в то, что произошли какие-то события, которых мы не видим, например, командира Дмитрия Уткина мы не видим, известно где он. А что Пригожину говорил Лукашенко, мы с вами не знаем. Какая была подготовка к встрече его в Москве, тоже мы не понимаем. Но потому как они ехали, казалось, что они доехали, честно говоря. Самое главное, что мы не понимаем, сколько на самом деле было людей у него с собой, потому что все обратили внимание на то, что колонны Пригожина, такие длинные и мощные, как должны были они бы, по идее, быть, чтобы захватить город Москва, на дороге такими не выглядели.
Никто так не фотографировал, не показывал растянувшиеся на километры. Правда, военные эксперты говорили, что они могут ехать, могли ехать в штатских автомобилях и прочее, прочее. Но суть в том, что получился какой-то вин-вин. И старый лист Лукашенко смог привести примеры. Видимо, там был еще торг. А что-то за это Пригожин должен получить. Например, как минимум, уголовное дело, которое в отношении него открыто, должно завершиться. Но это если мы предполагаем, что Пригожин разговаривал с ними с позиции силы, возможно, Пригожин не разговаривал с ними с позиции силы. Возможно, ему все это время он разговаривал, например, как ему говорили, либо так, либо, например, сейчас и дальше там была какая-то, был какой-то аргумент, который он не смог, которым он не смог ничего сделать. Был ли это кинжал, направленный на его штаб, или, там, я не знаю, пистолет, направленный на его семью, мы с вами сейчас точно не узнаем. Суть в том, что случилось, будут какие последствия этого будут, я даже представить себе не могу. А российская власть сейчас некоторое время будет приходить в себя, и нужно оправиться, сохранить лицо, вернуть. А потом, ну, пропагандисты будут рассказывать о том, что единство русских людей сильно как никогда. Россиян, и только поэтому остановился мятеж, потому что все одумались и сплотились вокруг Путина. Вот это все сейчас точно будет. А вот как дальше будут развиваться события вокруг Путина, человека, который один раз уже чуть, как мы видели сегодня, не лишился власти, но смог это пережить, вот это вопрос большой, сложный, такой, знаете, преисторически-философский. Вот надо задавать скорее людям, которые следили за, ну, знают, как такие истории разрешались в прошлом, потому что в этом смысле, я думаю, это применимо и к тому, что будет в будущем. Угу. Ну, если вот оценивать те моменты, из-за которых все это началось, это же был вопрос Шойгу Герасимова, соответственно. Ну и вот некоторые Росс-СМИ вот сейчас пишут о том, что ему как бы предложили гарантии безопасности для его ЧВК и дали обещание решить вопрос с Шойгу и Герасимовым. Ну, давайте еще сюда включим деньги, да, вот то, что вы, о чем вы сказали. Ну и в целом-то, ну, какая-то вот малая кровь. Ну, послушайте, я не думаю, что его по-настоящему интересовал вопрос Шойгу Герасимова так сильно, чтобы он отправился на Москву. Я вот не очень верю. Ну, допустим, они поставят вместо Герасимова Суровикина, человека, которому он явно симпатизирует. Ну, допустим, они дали ему денег. Ну, допустим, они могли пообещать ему, ну, правда, не сказали об этом вслух, некую амнистию или я не знаю что, что-то, что должно гарантировать его безопасность. Представить себе, что эти гарантии будут чего-то стоить, я не очень могу это поверить. Я могу себе представить, что Пригожин понимает цену этим гарантиям и гарантировать свою безопасность может сам себе, только находясь среди своих вагнеровцев. И то надо понимать, что не до конца это всегда можно сделать. То есть просто сделать вид, что ничего не было, никто не сможет. Возможно, посчитав все и взвесив свои шансы, Пригожин решил, что у него есть возможность какого-то, я не знаю, бегства, третьего варианта или еще что-то. Явно же ему никто не пообещал, что Путина не будет, и что он станет президентом завтра. Вот это вот история про то, что ему пообещали снять Герасимова, и он получил Герасимова, которого снимут, это на самом деле, ну, допустим, позволит ему сохранить лицо. Но не больше. Но не уверен, что поможет ему сохранить безопасность. Поэтому тут в этой истории рано ставить точку еще. Понятное дело, что сказав, что мы отводим войска в лагеря, скорее всего, он уже решение не изменит. Это не фейк, они и правда будут отводить. А вот что с ним будет происходить дальше, задается мне, что он может ничего не получить, потому что сейчас будет передышка, а Путин получил ее для того, чтобы подумать о том, что нужно сделать, чтобы такого больше не повторилось. И он, безусловно, это сделает. Возможно, среди условий, которые ему были сказаны, там, Герасимова мы снимем в обмен на то, что дальше там ЧВК распускается. Наоборот, они ему сейчас пообещали, что ЧВК точно не распускается, он продолжает его командовать им, а он уйдет, думая, что он будет продолжать им командовать. Ну, потихонечку они размоют как-то, найдут способ оттуда вытащить людей, подкупить, в конце концов, завербовать и прочее, прочее, сделать так, чтобы он остался один. То есть, наверное, сейчас можно сказать, что, скорее всего, Пригожин Путину проиграл. Ну, знаете, если вот мы изучаем действительно эту ситуацию, наверное, стоит начать с бенефициаров, и поскольку Пригожин, скорее всего, не автономная фигура, и все этот весь блицкриг,
самостоятельно, побитый от войны в Украине, да, он бы, скорее всего, не смог сделать. Если узнаем истинных бенефициаров, то, может быть, узнаем истинные цели. И, соответственно, на кону же власть стояла. То есть он действительно мог захватить власть. Да. Ну, смотрите, мы не знаем всех. Мы, например, знаем, что в записной книжке Пригожина чаще всего среди всех людей из Кремля он звонил Алексею Дюмину, бывшему охраннику Путина, который сейчас губернатор Тульской области. И, кстати, именно в Тульской области сегодня не был введен план контртеррористической операции, хотя на всех остальных областях местах вдоль движения этот план был введен. То есть вот губернатор Тульской области, очевидно, выглядит как такой человек, который был с ним в сговоре. Если не в сговоре, то сочувствовал ему. Ну, возможно, какое-то количество силовиков из ФСБ и того же там ГРУ или еще каких-то. Что они получили взамен? Получили ли они взамен право там, или, может быть, даже какой-нибудь суперолигарх? Разные говорили, разные слухи ходили, что кто-то из путинских олигархов поддерживает Пригожина, потому что Путин надоел. Получили ли они взамен тоже гарантии безопасности, какой-то кусок страны больше, чем был? Или сейчас Пригожин возвращается, а с ними будут разделываться? Это вопрос интересный. Я думаю, что группа заговорщиков, что должен был... Мы не знаем, что с Путиным просто. Вот еще вопрос. Что говорил Лукашенко сейчас Пригожин? Может быть, он ему говорил, что не стоит идти на Москву, потому что уже нету... Нечего там, так сказать... Побеждать, мы не знаем, что там происходило. Но то, что это вопрос был противоборство двух систем, в моем представлении, путинско-чекистской системы против такой, знаете, русско-фундаменталистской системы а-ля как Иран. И вот эта система а-ля как Иран, она сейчас немного проиграла чекистам в этот раз. Если с Путиным все в порядке, такое ощущение есть. Но это все очень гипотетические предположения, потому что мы с вами должны исходить из понимания, что это жаба и гадюка. И в этом смысле, кажется, жаба почему-то отбежала назад, а гадюка осталась. Что жаба за это получит, вот вопрос важный. По поводу бенефициаров, мне кажется, тут понятно, что те люди, которые могли бы сейчас получить власть, они много чем расстроены из-за того, что война началась. Но среди прочего, у них появился шанс, часть из них довольно идейные люди. Часть из них действительно, потому что они говорили, как они себя вели, какие силы они поддерживали, они действительно мечтали о неком таком строительстве, некого умозрительного русского национального государства. И этот план у них, если не лежал на столе, был в голове. Вот. Он до Москвы не дошел. Пока что сейчас видно это. По крайней мере, не дошел к силе. Ну, это не значит, что он не может дойти чем-то другим, знаете ли, потому что испуганные все эти пропагандисты, чиновники, все люди, которые все это посмотрели, они, конечно, будут заигрывать с теми людьми, которые их так напугали, чтобы они перестали для них быть страшными. И, видимо, очень многое из того, что они хотят сделать в общественном смысле, они будут делать. Мы это увидим. Нам даже это, я думаю, с вами не очень понравится. Да, ну, если вообще так посмотреть на ситуацию, то на самом деле она вот по швам трещала с той точки зрения, что, видимо, команда была дана не препятствовать. И ладно, там Пригожину пообещали гарантии какие-то, а вот этим людям, которые не препятствовали и выполняли чью-то команду, у них какие-то гарантии будут или Путин по ним катком проедется? Постепенно, конечно, если он останется, то зачистит всех и всем достанется, и включая Пригожина, конечно. В этом нет сомнений, но не сразу, но не очень заметно. А может быть, кого-то слишком заметно сразу, именно потому что все-таки люди должны помнить, кто в доме хозяин. Но еще раз говорю, Путин, я думаю, достаточно хитрый человек, что если это его победа, а не что-то, что мы пока не видим, а тоже может быть, если это его победа, он не заставит себя ждать, чтобы найти способ и показать нам, что он победил. И тогда действительно будут расправы и все остальное. Мы все это увидим. Обязательно. Ну, а из ближайшего окружения Путина, какие личности наиболее, скажем так, сомнительные, кто бы мог предать в первую очередь? Я не знаю. Это, в принципе, тут есть один нюанс. Слухи о том, кто поддерживал Пригожина, ходят очень давно. Факты совсем другие. Пригожин
очень много денег зарабатывает с Министерством обороны Шойгу. Прям много денег зарабатывает на Министерстве обороны Шойгу. В этом смысле, то есть с финансовой точки зрения, Шойгу его соратник. А как мы видим, совсем нет. Да? А Пригожин очень дружит с Алексеем Дюминым, много с ним общается, у него жутко, у него огромное количество интересов именно в Тульской области, выходец из ФСО, вот все такое, да. Окей. А Дюмин дружит с Сечиным, об этом говорят другие какие-то вот люди, которые эксперты по Кремлю. И поэтому они сделали очень смелый вывод, что Сечин мог тоже поддерживать Пригожина как-то, каким-то образом, какой-то своей частью. Но доказательств этому вообще никаких нет, потому что доказательств того, что Пригожин с Сечиным как-то связан, мы не видим. Мы видим человека, который зарабатывает на войне. Его главный бенефициар – Министерство обороны, у него были хорошие отношения с мэрией Москвы, это были финансовые отношения. И у него были специфические обязательства непосредственно перед Путиным, лично перед ним. И он, если вы заметили, когда шел на Москву, поход которой так Путин назвал предательством, он говорил, что он президенту никаких претензий не имеет. Он хочет сохранить эту власть. Ну, то есть фактически он хочет оставить президента, но поменять все его, так сказать, окружение. Это все равно, что лишить его власти, сделать его мнимой фигурой. То есть мы знали, что поэтому можно предположить, что он пошел и правда свергать Путина в этот момент. И кто смог стоять за ним? Вот я бы сказал, назвал несколько фамилий, но это умозрительное представление. Вот Шойгу выглядит как человек, который должен был быть с ним, а оказался против. Дюмин выглядит как человек, который должен был быть с ним. Ну, потому что КТО не ввели в Тульской области, но можно предположить, что, наверное, может быть, он и правда был с ним в этом сговоре или, по крайней мере, симпатизировал. Кто еще труд, я не могу сказать, честно сказать, потому что там еще бизнес так устроен, Пригожин, что он действительно зарабатывает на огромное количество денег на госконтрактах, пропуская их через бесконечное количество, очень большое количество маленьких компаний. Огромное количество маленьких компаний занимают друг у друга деньги, берут подряды на питание для школьников, для больниц, на строительство и питание для Министерства обороны, плюс еще зарабатывают на войне. Ну, а война – это просто лично Путин. Вот Путин дружит с Пригожиным. Можем мы предположить, что Пригожин Путин – бенефициар этого? Если можем, то надо придумать как. Так вроде как и нет. Получается, что за Пригожиным стоит Пригожин. А это странно выглядит. И вот тут поэтому я натыкаюсь на логическое противоречие, и вы ждете от меня фамилии, а фамилии-то я вам и не скажу. Угу. Хорошо. Которые бы подходили на эту роль. Не буду допытываться, просто пройдемся по тем открытым, скажем так, вариантам, которые есть. Вот Песков, допустим. Сын-то воевал в ЧВК «Вагнер». То есть какие-то контакты серьезные есть, раз кровинушку доверил? Я думаю, что он позвонил и сказал: Евгений Викторович, моему нужно сделать карьеру, чтобы потом во власть пошел, и не было претензий. А то тут у всех претензии, где кто. Зятя Шойгу ругают за то, что он вместо того, чтобы воевать в блогах, снимает в Инстаграме мотивационные видео. Короче, еще и сын такой с тяжелой судьбой, прям скажем, трудный подросток, который вел себя плохо всегда. Наркотики, автомобили, аварии, всякое, еще, короче, кражи. Ну, то есть, прям скажем, трудный подросток, горе в семье. И Евгений Викторович, наверное, на это ответил: ну, конечно, Дмитрий Сергеевич, возьмем вашего малыша и пристроим его куда-нибудь, и послужить ему разуму набраться, и при этом не погибнуть подальше от передовой, не в штурмовой отряд, а в артиллерию, как мы думаем, что в артиллерию. Одним словом, устроим вашего мальчика. То есть я думаю, что это просто была любезность и услуга, но не признак того, что Песков с ним в каких-то специфических отношениях, иначе бы он в Кремле не работал. А Суровикин, у них вот хорошие были отношения, но несмотря на то, что вот записал видео Суровикин и отмежевался как бы от этого мятежа, но напрямую вот персону Пригожина не упоминал. С Суровикиным есть один момент. Если вы помните, Пригожин очень долго добивался того, чтобы Суровикин стал командующим СВО. Он всячески показывал, насколько ему важен и приятен Суровикин. По каким причинам трудно мне представить себе с финансовым? Или он себе представлял Суровикина как соратника в политической борьбе?
самого адекватного соединения, с министром обороны, на которого можно положиться и в которого надо вложиться, а потом его иметь в качестве соратника. Не знаю, но Пригожин последовательно показывал, что он к Суровикину имеет особое благоволение. Они, кстати, сталкивались в Сирии еще. У них, правда, могут быть финансовые отношения. Ну, в смысле, тогда Суровикин в Сирии воевал, и Пригожинские воевали там же. Поэтому мы видели, что с Суровикиным и Пригожиным очень специфические отношения. Вчерашнее заявление выглядело как то, что Суровикина, ну, как бы не ожидал того, что произойдет, и сказал то, что сказал. Тоже сказал осторожно, до конца не знаю, чем дело кончится. И, наверное, даже с Шойгу улетел, так можно себе представить, потому что сегодня в штабе, где, видимо, записывалось это видео, был Алексеев, который его записывал, генерал ГРУ, создатель альтернативной ЧВК «Вагнер», ЧВК «Редут». Ее сделал Кремль, когда понял, что «Вагнер» выходит из-под контроля. Мы об этом писали, я имею в виду журналисты-расследователи российские, важные истории, например, и «Инсайдер» тоже писал. Но сейчас мы понимаем, можем точно сказать, что да, мы когда об этом писали, мы ничего не придумали, все так и было, как мы написали просто. Нам было это верить. Но вот к Суровикиным у него какие-то специфические отношения есть. А может ли он быть наказан за то, что проявил недостаточную лояльность Кремлю? Надо понять его роль в этой во всей истории, что он сделал, что он не сделал. Но, кстати, можно себе представить, что это конец эпохи Суровикина вполне. Хотя, возможно, во время торга, если он был таким длинным с Лукашенко, что прошел весь день, например, вопрос Суровикина стоял отдельно. Например, вместо Герасимова Суровикина требуя назначить. Ему сказали, например, ну да, все, хороший генерал, пусть будет. Почему нет? Можем скоро это увидеть. Ну, продавил, получается. Продавил все свои требования. И раньше мы это осудили как, что вот он там требует, ну и требует пусть. А никто ничего не будет. А здесь, получается, ну, с той точки зрения, что Путин-то один. Смотрите, он проиграл. Сейчас объясню, почему. Я могу это сформулировать. Мне хватило времени во время разговора с вами, чтобы сформулировать мысль, мое соображение о том, почему он проиграл. Когда он шел на Москву, он заявил марш справедливости за всех погибших зря, против бессмысленно развязанной войны. Это заявка на защиту всех русских. А ушел, потому что ему сказали, что ЧВК не расформируют. То есть он шел и собрал с собой людей под флагом защиты справедливости для всех русских. Смотрите, какого большого размера флаг. А ушел, поджав хвост, со словами «я получил то, что хотел, ЧВК не расформирую». То есть на самом деле, когда ты вчера говорил про справедливость для всех русских, ты врал. На самом деле твоя идея была очень меркантильная, просто защитить свое ЧВК, бизнес, не больше. Да? То есть ты за бизнес пошел, а не за справедливость для всех русских. То есть еще один человек показал русским, что всем наплевать на справедливость для всех русских. На самом деле просто вопрос бизнес-интереса. Это уничтожение его репутации. Он ее стер. Я вот сейчас вам это сформулировал. Мне потребовалось полчаса нашего разговора, чтобы понять, в чем там моральная дилемма. На самом деле, ну, кто-то сразу почувствовал. Кто-то спустя несколько дней до него дойдет. Кто-то в интернете прочитает. Но все, кто поверил в Пригожина и надеялись, что он защитит, даст эту справедливость, о них вытерли ноги и очередной раз показали, что никакой справедливости нет, а есть только бизнес-интересы, а значит, Пригожин не такой же, как Путин, ничем не отличается. Такой Пригожин, кстати, Путина устраивает. Человек, который публично на глазах у всего мира вытер ноги людей, которых он якобы защищает, то есть свою страну, он уже подходит для команды Путина. Я думаю, что у Пригожина есть все шансы стать в команде Путина золотым бриллиантом, золотой оправе. Без всяких последствий для себя. Потому что он, в общем, продемонстрировал суть, собственно, путинской системы, которая ровно так с русскими и делает. Она всегда обещает справедливости, но при этом всегда справедливость никогда никакой... Россия очень в этом смысле несправедливая страна, и многократно цинично унижаемые люди знают, что после слова «справедливости» они подвергнутся очередному унижению. Сейчас примерно то же самое случилось, на самом деле, если подумать. Тимур, вы сказали, что, судя по ответу Суровикина, наверное, он не ожидал. А вообще, вот многие силовики ожидали в России вот того, что произошло? Ну, ведь мы в воздухе же это витало. Мы много на вашем канале, у вас есть YouTube-канал, я там иногда у вас выступаю, и я рассказал вам все, что будет, как ни странно, точно угадав, что Пригожин может повторить путь Махно, отправившись в Россию, обрастая штыками. Он это попытался сделать.
и что Пригожина могут накачать как яркую фигуру для того, чтобы публично заколоть, чтобы Путин показал, что он очень сильный лидер, несмотря на неуспехи в стране. Ну, по сути, его сейчас так и закололи. Только не силой, а хитростью, но все равно публично унизили. И что существуют люди вокруг Пригожина, похожие на тех, кто мог бы составить вместе с ним такой план, в случае чего поддержать его в попытке свергнуть Путина. Тоже мы с вами обсуждали, примерно называли, если не фамилии этих людей, то примерно образ их мысли и места, где они могут работать и служить. И тоже, в общем, мы не сильно с вами, кажется, ошиблись. Поэтому я думаю, что силовики прекрасно к этому готовились, именно поэтому, собственно, и начали расшифровывать. Кроме того, мы знаем точно одну вещь. Еще в начале войны, это мы прям знаем точно, сейчас не предположения, не выводы никакие, а мы прям точно знаем, что генерал Алексеев, который сегодня подхихикивал, опасливо глядя на Пригожина в штабе, где он его застал, он боевой генерал ГРУ. Он создавал ЧВК «Редут» в начале войны, альтернативное Пригожинскому, потому что уже тогда Министерство обороны и Путин не доверяли Пригожину. Они были уверены, что он может сыграть свою игру. Но просто ЧВК «Редут» показали себя очень плохо, были разгромлены украинскими военными, и тогда Пригожин предложил свои услуги Путину, сказав, что ЧВК «Редут», который ты сделал, ничем тебе не помог, а я вот помогу, начался с истории в Бахмуте, только дай мне зэков, и придумал схему. Но так-то они ему не доверяли еще до того, как все это началось, прямо уже вот в начале войны. Поэтому я думаю, что если вы меня спрашиваете, знали ли силовики, знали, очевидно. Просто часть из них на одной стороне оказалась, а часть из них колебалась или оказалась на другой стороне. Среди них вот эти вот есть люди с носителями идеи такого монархического русского офицерства. Чуть-чуть гиркнутся. Ну, там разные просто у людей на голове намешано много очень всего. А одновременно самые светлые возвышенные идеи с самыми низменными и шовинистическими и человеконенавистническими по отношению к Украине, например. Все это так хитро сплетается причудливо в сознании людей, которые я иногда читаю в интернете и просто пытаюсь понять, как же вам удалось так сложно, такое противоречивое одновременно, да, одновременно какое-то желание выглядеть благородно и одновременно при этом самые низменные какие-то человеческие предубеждения и страсти сочетать в себе, но вот такие люди там тоже есть. Не так они много. Могли оказаться по другую сторону. Пригожин был похож на того человека, который, значит, соответственно, приведет их туда, в Кремль. Услышал ваш ответ. Ну, не так много времени остается, но тоже интересный вопрос. Кадыровцы вот едут, никак не доедут. Ну, они, я думаю, не доехали, потому что, во-первых, шли переговоры с Пригожиным, во-вторых, кадыровцы... Выехали. Я сразу легко... Смотрите, они могли вступить в бой и, например, выиграть. Но тогда бы у человека, который сейчас находится на фронте под Запорожской области из любого русского региона, возник бы вопрос, если человек отправился воевать с Путиным за справедливость русского народа, а чеченцы его убили, зачем нам вообще на этом фронте хоть с кем-то воевать? Более демотивирующего события, чем победа Ахмата над Пригожиным, вообще в России бы не существовало для людей, которые на фронте воюют. Поэтому я думаю, что им старались их в бой не пускать, а максимально, как мы сейчас уже понимаем, понадеяться на переговор с Лукашенко. Ну и кроме того, бой в Ростове, в центре города такой себе, вполне возможно, что они просто ждали ночи, поэтому еще не успели доехать. И я не думаю, что они сильно очень рвались в бой. То есть я думаю, что все очень рады сейчас тому, что ситуация развернулась так, как развернулась. Ну да, а была на грани. Что ж, большое спасибо. Да, большое спасибо, Тимур, за ваше время. Будем уже заканчивать, уже эфирное время окончено. Желаю вам хорошего вечера, если еще слышите меня. Тимур Олєвський, редактор видання The Insider, долучався до ефіру 24 каналу. Ну от проговорили низку тем, які стосуються саме ситуації з Пригожиним. От бачите, і за ці дві години нашого ефіру починав я його, до речі, зі слів, що це може бути історична подія. І тут питання тільки в тому, чи вона займе в підручнику одне речення, чи якийсь певний розділ.
Ну, одне точно ні, але от речення три, я думаю, що там нашкребеться в підручнику саме до цієї події. Досить серйозна, не будемо, звісно, виключати той вплив, який вона призвела. Такого в Росії не було, можливо, навіть і не три речення буде, але не цілий розділ. Скажімо так, як в питаннях зброї і війни є такі геймчейнджери, то це, мабуть, цим геймчейнджером не стало, на який всі очікували. Дехто очікував, що Пригожин там почне все руйнувати, і це вже початок ось того всього, що ми очікували. Вочевидь, що домовилися. Вочевидь, були певні причини для того, аби перерозподілити ці, можливо, фінансові потоки, можливо, якісь зони впливу, інтересу. Ну, але, як сказав пан Тимур, що Пригожин вскрив своє нутро тим, що показав нецікавий йому народ Російської Федерації. І це, до речі, те саме, що я говорив в цьому ефірі, в тому числі. Не довіряємо Росії в будь-якому сенсі, до цієї інформації відносимося максимально критично, і на цьому будемо вже ставити крапку. Для вас працював Владислав Новіков та вся команда 24-го каналу. Перемоги нам всім! Слава Україні! Героям слава!